Не нарушаю традиции, друзья. Первые 100 комментариев с удовольствием отлайкаю. Всем здорово, Пандос FXович на связи, а это значит, что вас сегодня ждет уникальнейший контент. Во-первых, я накрафтил 50 пиков 75+. И вы знаете, с чего я охерел? Что в этих пиках нам падают новые марвеловские герои. В видосе я у Джеффа увидел, охренел. Ему упал там в пике как раз-таки вот новый геройчик. Можете перейти посмотреть. Ну и основной контент на сегодняшний ролик — это базовая икона. 85-87 рейтинг. Мне кажется, довольно-таки дешево. В общем-то, вот эти ребята, которые нам могут упасть. Список огромнейший. Но, естественно, хотелось бы кого-нибудь из вот первой пачки. Кстати, и у Себи упал Диек Кампаса. По сути, поймал самую дорогую карточку, которую мог. Но что-то как-то он быстро за нее наигрался. Просто, блядь, сумасшедший парень. Взял, кликнул самую дорогую базовую легенду. Составчик мой на данном этапе игры выглядит вот таким вот образом. Квадик меня устраивает, но всегда есть к чему стремиться. Фёллер все так же машина. 39 матчей, 46 голов, 24 ассиста. Холланд какой-то супер странный персонаж. 52 матча, 48 голов, 28 ассистов. Забивает, бегает там вся херня, но при этом он очень много у меня мажет поворотом. Прям в каких-то супер тупейших моментах. Ну вот, Холланд. Пустые ворота. С левой ноги. Как тут можно было промахнуться, я не знаю. Вот еще один пример. Ну, типа, что это, блядь? Вместо того, чтобы подбежать к мячу, он просто спотыкается об голкипера и падает. Это просто забавный момент. Я один засел. Смотрите, как Дамфрис выпрыгнул в этом моменте. Это что, блядь, Криштиану Роналду X2? Вообще, если смотреть на его цену, можно просто охереть. Он 35 тысяч стоит. Вы просто прикиньте, в начале октября эта карточка стоила 400 тысяч. Ну, 300 там плюс с копеечками. Сейчас 35. Все потому, что выходит миллиард цветных карточек, и рарные карты просто идут на дно. Ладно, что-то я запизделся в начале видеоролика. Собственно, поехали вскрывать пики 50 штук. Ну и совсем скоро, друзья, грядет чемпионат мира, которым вы можете насладиться вместе с своими друзьями из компании Пари. Компания полностью легальная, вместе с ним вы можете получить еще больше удовольствия от чемпионата мира. Естественно, все ставочки на футбольные матчи будут непосредственно на самом сайте, либо в приложении Пари, которое признано лучшим в своем деле. Собственно, переходите по закрепленному комментарию, а если вы проведете регистрацию до конца, то получите отличный бонус, друзья, фрибет на 1000 рублей. Ссылочка будет в описании. А если вам нужны монетки, друзья, напоминаю про свой личный сайт по продаже монет PandaCoin. Ссылка в описании. Задача минимум — нафармить рейтинга для непосредственно кумирчика и, собственно, постараться поймать геройчика. Надеюсь, у меня получится. Так, пока что, друзья, все выглядит очень плачевно. Так, первая пачка у вас на экранах, полное говно. Едем дальше. Вообще, как бы, сама сборочка довольно-таки прикольная, именно по требованиям. 5 карточек всего лишь требуется. Это рарки-нерарки. Поэтому, собственно, можете полутать удачу, собрать. Но каждый раз, когда я собираю кучу этих пиков, мне постоянно падает какая-то срань. Хотя Фабиньо. Ну давайте, одного геройчика завезите, хотя бы самого дешевого. Ну, только не Кампаса, потому что Кампас будет дубликатом. Так, ну что, друзья, совсем немножечко у нас остается пиков. Пока, честно, печаль, тоска. Иди сюда! Аль-Авиран! Аль-Ауайран! Блять, короче, тот самый тип, который в прошлом видеоролике пытался тащить. У него нихера не получалось, но я был сам в тильте. Но второй шанс у этого пацана будет. Охуенно, бля, приятно очень ловить геройчиков именно в этих пиках. Бля, вообще кайф. Вообще кайф. Это самая популярная карточка сейчас на Футбине. Вот, собственно, пруфы можете проверить. Он на первом месте. Карточка на секундочку стоит 547 тысяч. Бля, кайф. Очень приятно, на самом деле, друзья. Я думаю, что как-то в основочку его нужно запихнуть. Вот это кайф. Вот это я понимаю пики, друзья. Я уже был в небольшой тильтухе. Думал, бля, опять мне хуйни всякой накидают. Тут на нахуй. Все, я уже доволен, чуваки. Можете давать мне полную хуйню. Вы меня уже ничем не разочаруете. Пики прям по красоте, друзья. И реально стоит выразить респект яшникам за то, что они добавили, собственно, этих героев в пики. Потому что раньше, насколько я помню, геройчики в пиках не падали. О, Дехе еще 87. Так, собственно, первая сборочка на кумира улетает. Так, ну и, собственно, вторая сборочка на кумира. Пожалуйста, яшник. Давайте начнем красиво. Да, мне упал балок, который в итоге улетел у меня на СБЧ. Короче, давайте, вскрываем.
икону. Вот такая вот плашечка у меня будет. Пожалуйста, кто-нибудь играбельный. Буду по статкам угадывать, не буду растягивать и искать в клубе. Просто по статочкам сейчас будем чекать и надеяться, что это что-то прекрасное. Может быть, по бутишкам можно будет предположить. Поза какая-то у него не очень, чуваки. Чё-то, блядь, чувствую, что это какая-то хрень. Новый уровень открытия. Определяем игроков по позе, которой они стоят. Так, давайте смотреть. 84 физуха. Ни о чем не говорит. 53 деф, блядь. Дриблинг, пожалуйста. Ёбаный насос. Вы знаете, что такое боль? Это то, что я сейчас увижу, блядь. Это что за говнище бомжа, блядь? Блядь, это просто пиздец. Алан Ширер, блядь. Ой, блядь, ну чего угодно ожидал, но только не Алана Ширера. Блядь, какая срань, это больно, скажем честно. Ну чё, пойдемте один тестовый матч сыграем этим сквадиком, затестим новичков моего клуба. Мбаппе, Ривалду, да, видимо, челу тоже не сказать, что очень повезло. Ага, хотел, блядь, шведкой ударить. Кстати, шведки говорят, пофиксили. Так, мистер Пейс 99 забегает. Ага. Что здесь можно сделать? Можно вот так вот сделать. И удар низом. На нахуй, блядь, забивает, блядь. Алан Ширер, легенда. Не, ну понятное дело, что на полном серьезе я этой картой играть не буду. Это, я думаю, и так всем очевидно. Это так просто. Рофла ради я решил его затестить. Так, Алан Ширер. Алан Ш. Не, ну вот. Вот сейчас был показательный удар от Алана Ширера. Просто как кусок говна ударил. И Алан Ширер. Бля, иди нахуй, Алан Шир. Я прямо сейчас его хочу фиксельнуть уже. Она должна быть моя. Блять, штанга от араба нашего. Да, блять. О, вот сейчас он шведка ударил, но мой кипер отразил. Так, Алан Шир. Воу, дриблинг Алана Ширера, бля. Боже мой, какая кошмарная телега. Опа. Мистер Араб. На! Алан Ширер, дубль. Чё с ебалом БП, блядь? Алан Ширер дубль, у тебя 0 голов. Не, ну бегает он реально, блядь, на Пейс 99. Здесь можно навес, кстати, сделать. На Алана Ширера, блядь, прошел. Давай, Пейс 99. Полетели. И вот так вот низом. Оп, 3-0. Чао. Ну, слушайте, мистер Араб дал гол и 2 ассиста. Ширер 2 гола и 1 ассист. Так, чё там дальше? Блядь, это что за срань? Боже мой. Блядь, смешно. А вот это, блядь, нихуя не смешно. Это что за ракета, блядь, лысая? Блядь, он меня разъебывает этой командой. Этой командой говнари, я в ахуе, блядь. Это что, блядь, рофл? Я, блядь, в ахуе. Так, удар низом. Хорошо, первый пошел. Сейчас за комбочем я вам базарю. Не, чувак играет просто разъебно. Ну, я предполагаю, что это какой-то кибер, у которого там, может, какой-то челлендж там свой. Так, что есть у нас? Ага. О, у него тоже этот бегуночек есть. И удар низом. Бля, как же Бен Насер накрутил, навертел, блядь. И читерским ударом. На. Не, красиво. А, вот и шведки, собственно. Не работают шведки больше, алло. Да нет. Блять. О! Какая гондонская игра, блядь. Просто вот гондонская игра, больше нечего мне добавить, блядь. Просто идеально, блядь, на ногу отскочила. Ну, сучья игра. Не, вот скажите, что я сейчас сумасшедший, и Уолкер всеми силами пытался искусственно не добежать до мяча. Опа. Давай, мистер. Так, как вы знаете, я идеальный пенальтист. Сейчас вам в очередной раз это продемонстрирую. Чекаете? Идеально. На девятину. Ой-ой-ой. А вот здесь опасно может быть. Нихуя. Красиво. О, Алисон. Похуй, что это красиво. А, подождите, мяч не ушел. Я уже такой... Блять. Чё за финтоплёт ёбаный? Опа. Я вижу тебя, брат. И ударом, низом. Даже, блядь, с такого...
тупейшего разворота залетает удар низом. Бля, бедный соперник, сори. Чё, ГГ 3-1. Мой арабчик затащил. Дубль и ассист. Так, ну я думаю, что никто всерьез Алана Шира оценивать не будет, поэтому он просто идет нахер. Возвращаем сюда Фёллера. Ну и арабчик, слушайте, приятно удивил. Бегает, голы забивает. Впечатление куда ярче, нежели от того его сольного видоса. Поэтому, в принципе, опять же, если закрыть глаза на хуёвый дроп кумира, можно сказать, в этом видеоролике мне повезло. А что вам упало, друзья, с Гарант кумиром? Пишите в комментариях. С вами был я, Пандос FX. Спасибо, что смотрите меня, и всем хорошего настроения. Чао, какао.